На конкурс дети читают стихи. Тросенко Дарья, 9 лет, 2 Б-класс, школа номер 55, город Набережные Челны. Стихотворение «Ветераны». Идут устало ветераны, белеют сединой виски. Ах, если б не болели раны, да в сердце не было тоски. Они несут в руках гвоздики, но их ряды не так стройны. Ах, если б не было великой, чудовищной и злой войны, в суровых фронтовых походах не знали отдыха и сна. Ах, если б молодости годы не отняла у них война. Они в Россию свято верят, ведь с ней прошли нелегкий путь. Ах, если бы вернуть потери, друзей потерянных вернуть, студили душу и метели, в глаза не раз смотрела смерть. Ах, если бы мы теперь сумели их человечностью согреть, следы обид зарубцевались, но боль видна на их челе. Ах, если бы вновь не бушевали невзгоды на родной земле. Они стоят у обелисков, медали заслоняют грудь. Им поклонитесь, люди, низко, пока они еще живут.